Ух ты! Так вот, что мы видели в облаке. Это крылатый ковчег из старой песни. А? Что за... Линк, теперь все ясно. Вот откуда взялась метель на деревне Рита. Ах да, я только что кого-то видел. Странно, клянусь, тут только что кто-то был. Давай сюда же подойдем, куда Зельда подходила. Посмотрим, что оно активирует. Ничего не выходит. Не хочет открываться. Я уверен, источник метели в этом люке. Как бы нам его открыть? И снова этот звук. Мой дорогой потомок. Люк на палубе заперт на 5 замков. Используй свою силу, чтобы отпереть замки, и люк откроется. Следуй моим указаниям. Сейчас я слышал голос очень ясно. Он и правда обращался ко мне. Источник метели, бушующий над деревней, находится в этом люке. Это точно. И если верить голосу, крышка люка откроется, если отпереть 5 замков. Пока это наш лучший вариант. Линк, давай выясним, как открыть эти замки. Да без проблем. Давай попробуем. Самый ближайший замок. Где у нас? Вот здесь. Если мы, конечно, туда попадем, ведь тут решетки. Как забавно. Я бегаю по какому-то огроменному кораблю. Туда не пролезть. Где-то что-то можно сделать. Вот, например, смотри. Да, вон ту штуку можно поднять, но... Зачем? Зачем я должен ее поднимать? Я вижу там какой-то огромный вентилятор, или что это, или труба. Здесь глыба льда замерзшая. Может, она поможет нам как-то открыть? Давай попробуем огнефруктом. Не очень хорошо помогло, надо еще кинуть. Да, там что-то есть. А, это сундук. Голема пика, ну у меня уже такая есть. Давай выкинем походный меч, а голему пику возьмем, потому что она все-таки больше урона наносит. Хорошо, раз прохода нет, давай попробуем через потолок. Посмотрим, куда нас это выведет. Угу, вылез из пушки. И пушка работает. Офигеть. А может в пушку залезть? А, там ядро! Ты видел? Там ядро в ней! Офигеть, он может и реально выстрелить. Ну, короче, я еще раз сюда забежал, увидел лестницу. То есть, вот в эту часть корабля можно попасть через низ. Через -2 уровень или через -1. Так что нам придется искать проход через низ. Тогда нам сюда. Но на нас, кажется, напали. Ого! Да ты прям мой телохранитель! Ну что, я стою перед 3 дверьми, и нам желательно бы открыть хотя бы вот эту, потому что там есть переключатель. Давай попробуем дернуть вот эту штуку. Надо приделать рычаг, правда? Давай выкинем вот это копье. И пришлепаем его сюда. Опа. И теперь все это дело должно открыться. Ништяк! Добрались до первого переключателя. Очень здорово. Да это целый двигатель с пропеллером внутри. Линк, гляди! Да я уже посмотрел. Неужели этот элемент одного из замков?
Похоже на турбину. Да, кстати, вот действительно турбина. Давай ее запустим. Подожди, у меня есть вот такая штука. Блин, нет, где меч у меня с ветром? Вот, меч с ветром. Нет, это бесполезно. Короче, нужна сила Тюлина по-любому. Тюлин, мне нужна твоя сила. Надеюсь, она сработает. О! Заработала! Закрутилась! Первый забирающий механизм! Линк, давай быстрее найдем остальные четыре! Да, конечно, давай! Пошли следующую дверку откроем. Нам нужно как-то спуститься в подвал. Ой, блин, холодно стало, надо сожрать что-нибудь. Хотя, ладно, я сейчас быстренько все управлю, все сделаю. Тут есть сосуля, мы сейчас ее пригребем. А, тут есть рычаг. Есть рычаг. Опаньки. А то копье надо бы как бы забрать. Зачем мы его здесь оставим? Кому-то. Вот. И забираем. Все, погнали. Хотя нет, не погнали, подожди. Мечу надо обратно приделать льдину. О, готово. Блин, всего 8? Короче, я понял, чем больше льдина, тем мощнее у нас дубина. Логично, да? Сейчас, давай. Во, вот это другое дело. Я бегу. И меня сожгли, да елки-палки. Как шашлычок. Ну все, хана этому механическому. Опа! А теперь получай. Готовенько. Пику я бы твою забрал, конечно же бы. Огнем пика. Да, в топку ее, короче. Здесь охранялся сундук. Опал. Ну, а теперь надо думать, как открыть центральные ворота. В общем, смотри, там куча лазеров, огромное количество. Внизу есть турбина, вон она. И надо до нее добраться. Давай зайдем к первому замку. Тут же окошечко было. Вот, и что оно нам показывает? Здесь сундук. И больше ничего. Хотя, смотри, там, кажется, вода. Да, там вода. Может, через верх как-то забраться наверх, вон туда? И оттуда спуститься? Да, наверное, так. А вот и я. Никто меня не ждал, а я пришел. Но мне надо в любом случае еще выше. Залез наполовину и такой смотрю, а там корабли стоят, а тут поток воздуха сильный. Че бы я на него бы не залетел? Возможно, мне это как-то поможет очень хорошо. Ну-ка. Во! Прям на самый верх, да, поднялся? Мы сейчас вот это все откроем. Видишь, огромные двери в погреб. Сейчас мы их отодвинем нашей ультрарукой. Опля. И просто туда спрыгнем. За огурчиками солененькими. А, так просто мы туда не упадем, потому что вентилятор, видишь, нас задувает. Сейчас. Оп. Черт. Ой. Задел один лазер. Очень плохо. Давай еще раз попытаем свое счастье. Вот тут упадем. Давай, падай. Спокойно, не кипишу. Ай, больно было. О, отлично. Как надо упали. Ну что, ты готов? Давай запустим эту штучку. Эй, дружочек, где ты там? Иди сюда. Мне нужна твоя помощь. Давай. Готов. Фигач. Пошел. Осталось еще 3. Да легко. Сейчас все будет просто. Там, короче, смотри, сверху вон проход есть. Это, видимо, мы оттуда смотрели. И есть внизу, кстати, вон там сундук. Опля. Оп. Големонодати. Големонодати, что это такое? И нам по-хорошему теперь вон туда попасть. Видишь, там ходит чебрик. Но все заперто.
Ладно, полетели отсюда. Скорее всего, нам нужно будет заходить как-то через низ. Если тут через верх, то там через низ. Сейчас будем смотреть. Вон лапки, видишь, торчат. Скорее всего, по ним. Точнее, весла, не лапки, а весла. Да, вон, пробоины есть. Отлично, это то, что нам нужно. Вот сюда нам. Пожалуйста. Готово, мы здесь. Ох, хорошо. Ой, тут и потеплее, прям шикарно. Мышки прилетели посмотреть на нас. С одной стороны, сундучок спрятался. Есть возможность, наверное, туда залететь. Как-то. Либо его достать. Сможем его достать? Далековато, конечно, но я сейчас попробую. Не, не достанем. Мне почему-то кажется, что сюда можно пролезть. Вот так вот. Ползком. Давай что-нибудь найдем, что можно подставить под ноги. А я, если честно, ничего не вижу. Хорошо, если мы вот этот вот механизм запустим вспять, это нам как-то поможет? Ну, мы тогда убегаем от сундука. Ну, ладно. О, рычаг. Рычаг, рычаг, рычаг. Так, не вставай. Не вставай, дружочек. А то будет еще только хуже. Меч сломался. Возьму-ка я, пожалуй, голема на дате. То, что только что нашел. О, это двуручное оружие, оказывается. Мощно. Хорошо. А теперь надо повернуть рычажок. Посмотрим, что он нам даст. Ага, открыли проход. Тут есть еще механизмы. И один из них не работает. Что, если мы его передвинем? Чтобы у нас тут все подключилось. А, мы его двигать не можем. Тогда вот эту часть, наверное, да? Ее можно подвинуть? Или тут вообще, в принципе, чего-то не хватает? Тут надо что-то с чем-то объединить. Сосуля, сосуля, сосуля. Упади одна ныленькая, большущая. О, то, что надо. Где там моя стрела? Эй! Тут стрела еще вместе с тобой упала. Блин, стрелу профукал. Ну, ничего страшного. Значит, берем сосулю. Вот так вот. Сейчас мы ее туда прикрепим. Я думаю, что это должно нам помочь. Ах, черт! Она ломается. Мои сопли не такие надежные. Они отклеиваются. Хорошо, давай еще разок. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас. Вот так вот. Так, понадежнее должно быть даже. Ну. О, открылось. Ништяк. Прошли. Ну где ты там, Тюлин? Тюлин, иди сюда. Заряжай. Я сделаю. Бегаю. Третий механизм. Нужно еще два. Поторопись, Линк. Крикнул мне Тюлин. Это дико напоминает ботву, когда мы с чудищем боролись. Там также все было. Я что-то отключал какие-то механизмы, и мне души героев говорили: поторопись, тебе осталось совсем чуть-чуть. Я отсюда не тороплюсь уходить, потому что вон тот сундук, засранец, я же до него доберусь. Я предлагаю сделать из сосуль крюк. Раз ультрарука сама не дотягивается, то крюк из сосулин вполне может дотянуться. Как бы, почему бы и нет. Такой хороший длинный крючочек. И на конце вот эта вот маленькая массипусечка в виде ноготочечка. Кстати, а чё? А, прикинь. Оно тает. Оно, чёрт. Тут рядом огонь, и оно тает. А-а-а. Мой просчёт. Давай сюда, где похолоднее. Тут-то ты не таешь хоть? Нет, тут не тает. Слава богу. Ладно, достану вот эти вот сосули. Падайте. Готово! Палка-выручалка есть. Надеюсь, что она влезет туда. Сейчас надо грамотно ее только развернуть. Туда протолкнуть. Оп. Вот. Отлично. Похоже на зубочистку, если честно. Так, как бы нам теперь ее... Черт, нет, не так. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, а чтоб она у меня не выпала. Нет! Сломалась.
Ну ничего, может сейчас получится как-то. Как-нибудь. Туда отодвинули. Сейчас теперь подтолкнем сундучок немножечко. Давай назад. А, прикинь, он не двигается. А, мы можем его прицепить к сосуле. Тогда прицепим. И вытаскиваем. Теперь вытаскиваем все. Надо развернуть его только. Давай, короче, сосулю отцепим. Во. Ну все, мой хорошенький, вот я до тебя и докопался. Вот я до тебя и добрался. Ей. Надеюсь, там что-нибудь интересное. Сапфир. Ну, на волшебную палочку сойдет. Вот и отлично. Быстренько справились. Опа. Механизмы. Роботы появились. Эй, робот. Эй, ты. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Нифига себе. Вот это да. Спасибо тебе, но я бы и сам справился, тюлин. Я хотел ему навалять своим мощным двуручным оружием. Так, что там у тебя? Две стрелы. Точнее, 5 штук стрел. Очень хорошо. И морозные ледофрукты. Теперь спрыгиваем здесь, с этой стороны. Надеюсь, там вон пушка крутится. Где проход-то? Вон он. Вот он, проход, и он открыт. И это замечательно. Что нас ждет здесь? А здесь нас ждет робот. Сейчас мы его заморозим. Промахнулся. Промахнулся. Поверни бошку. Готов? Из прыжка. Опа! Разрубили нафиг его. Тут у нас 2 ящика. А, все понятно. Вон оттуда мы смотрели сюда. Точно, вон пропеллер. Ага. Мы в нижней части, в самой нижней части корабля находимся сейчас. За сундучком сбегаем. Тюлин, смотри аккуратно тут. А то лазеры, все дела. А если я щитом прикроюсь, интересно? Подожди, возьми щит, Линк. Типа вот так вот это норм будет? Ого! Нифига себе прикол. Так, помоги-ка мне на весло залететь, а? По-братски. Вот это подстава. Фух, ну хорошо, что хоть на весло. Я вернулся, и теперь знаю, что щит против лазеров — это плохая идея. Тут проще всего по стенке просто пролезть. И все. Опля. Рубинчик. Годно. Знаешь, что я хочу сделать? Смотри. Обманочка. Блин. Кого я хотел обмануть? Ну, кстати, есть классная идея. Хорошо, что я не до конца улетел. Телепортнуться наверх, да и все. И не париться. Благо, это предусмотрено. С другой стороны, у нас там куча льда. И по карте мы видим, что можем пробраться на первый уровень. Так чего же мы ждем? Бежим туда скорее. Мышек сейчас раскидаем, и все. Можно даже оружие какое-нибудь другое взять. Мышули. Приветули. Одна замерзла. Другая тоже. Ваши глазки я обожаю. Они так полезны. Просто капец. Это мы сейчас растопим огнефруктом. Чтоб не разводить костер. Конечно, развести костер было бы дешевле. Намного дешевле. Что тут у нас? Ух ты, казан и часовая бомба. Здоровенный овраг. Мы сейчас, знаешь, что сделаем? Просто залезем повыше и оттуда спрыгнем. Если что, тюлин нам поможет. Да, в принципе, без тюлина справимся. Вижу рычаг. Сейчас его дернем, чтобы открыть окно. Опа-на. Сундук увидел. Сундучелла. Надо туда сходить. Вон он. Есть идейка запрыгнуть вот на этот кораблик вначале. Вот и все. Не понял, это что за снайпер здесь? Пушка? Ёлки-палки.
Большой зонар, не зря сходил. Очень пригодится сейчас. Черт, 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 черт. Нифига себе. Она снаряд в меня выпульнула. А я думал, она дружелюбная все-таки, а оказалось, что нет. Мы вернулись. И давай же все-таки последний, по-моему, последний. Рубин хотел взять? Нет, это будет мой рубин. Ха, я его стырил. Что-то там опять хочешь взять, я тебе не позволю это сделать. Он все-таки взял сосулю. Сосулю взял, да? Негодник. Значит, с этим рогачом мы разобрались. Мы находимся здесь, а нам вот сюда вот нужно. Ага. То есть еще где-то комната, есть еще проход. Но я его что-то тут не вижу. Странно как-то. По карте, типа, ну, показывает, что проход здесь. А, может, по второму этажу? Давай-ка на второй этаж залезем. Ну да, обход по второму этажу. Хорошо. Это даже отлично. Тут у нас завален сундучок. Сейчас мы его развалим. Голема-резак. 14 дамага. Отличная вещица. Теперь идем сюда. Где, по идее, у нас должен быть... Ого, что это за механизм такой? Нам тебя просто покрутить нужно? Или... Ха. Ха-ха-ха. Блин, а что с ним делать-то? Так, минутку. Это не работает. Есть идея. Нам нужно сюда рычаг сделать. Давай выкинем голема пику. И присобачим ее. И тогда сможем поворачивать. Вот сюда. Во. Ну и теперь давай крутить. Вот. Надеюсь, я в правильном направлении вообще кручу. Блин, отвалилось. Черт. О, прикинь, запустил. Но ненадолго. Короче, как-то у меня получилось его провернуть ненадолго. Сейчас давай в обратку его запустим. Так, так, так. Сейчас должно открыться. Там круче. Во-во-во-во. Есть, мы здесь. Отлично. Все, зашибись. А тут у нас мех ждет. Привет. Ну, здравствуй. Готов. Ну что, запускаем последнюю турбину и вроде бы как все. Тюлин, давай, заряжай. Пошел. Ура! Остался всего один. Еще чуть-чуть. Еще один? А где? Елки-палки, моталки. А, на минус втором уровне, прям посередине. Короче, смотри, что нашел на крыше. Сейчас я... Давай, 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 сейчас вместе с ним упадем. Ну же! Опля! В воду! Сломался. Короче, мы сейчас спустились к сундуку, который мы... Который находится у первой турбины за стенкой. Вот он. Сейчас мы... Надо растопить, походу, да? Ладно, сейчас растопим. Открываем ворота. Зонаровый щит. Идите меня колотить. А у меня места-то нет, то... Ну, я даже не знаю. Давай вот этот, наверное, щит мы выкинем, а это возьмем. По сундукам вроде бы все собрал. Я, конечно, еще вон те обломки не проверил. Возможно, там на них еще что-то есть. Но сейчас это не главное. Сейчас главное отпереть последний замок. Снова вернулись на минус первый. И здесь, оказывается, вот он, проходик был. Я его просто не заметил. Спрыгиваем. А здесь у нас закрытые двери. И чтобы туда попасть... Ага, пробоину вижу. Сбоку. Пойдем искать ее снаружи. Ну, вначале, наверное, лучше на весло спрыгнуть. А потом с весла, если что. Подальше куда-нибудь. Так, я не перелетел ли случайно пробоину? Стой, вон там вот что-то вижу. Во, да, нам туда. Нам именно туда. Ну что, ты там зарядил свой
Заряд, Тюлин. Заряд ветра. Нет, он не зарядил, но я уже полетел, потому что там снаряд в меня летел. А тут Занаевы. Техника меня встречает. Блин, лука нет. Дружище, лука нет. А, щитом прикрылся. В огонь он горит! Славная была битва. Короче, вот этот меч сейчас выкину. Он уже все. А это возьму. А еще лук возьму. То без лука как-то нехорошо выходит. Ну че, Тюлин, погнали? Последняя турбина, елки-палки. Получилось, Лин! Мы открыли все 5 замков! Теперь люк на палубе должен открыться! Пойдем! Да пойдем, конечно! Такая радостная новость! Помоги мне только... Ой, блин, он мне сейчас не поможет. У него не зарядилась сила, но я, в принципе, и сам долечу. Я немножко перебздел. Опля. Так, тут у нас нет сундуков? По-моему, есть. А, нет. Этот сундук мы уже проверяли, потому что... Я вижу, как на меня метятся. Давай, давай, давай. Выше, выше, выше. Ух! Хорошо. Ушли от погони. Ну-с. Посмотрим, что этот люк таит за собой, из которого такой поток холодного ветра. Убитель храма ветра. Мросгера. Точно тебе говорю! Это метель из-за него! Его нужно остановить!